ketchup. C'est bizarre, on ne paye jamais avec mon. Тестовый автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Мощность составляет 92 лошадиные силы, а крутящий момент – целых 230 ньютон-метров. На выбор доступно две шестиступенчатые коробки передач. Одна из них – классическая механическая, вторая – это однодисковый робот. Именно такая установлена и на нашем тестовом автомобиле. Достоинством данного типа коробок можно отнести высокую топливную экономичность, относительную бюджетность и малый вес трансмиссии. Основные же минусы однодисковых роботизированных коробок – это недостаточная плавность переключения передач, а также динамика разгона, которая уступает любому другому типу коробок. Подвеска отлично справляется с мелкими и средними неровностями, но как только на дороге что-то более крупное, моментально ощущается пробитие в задней подвеске, ведь там простая балка. Еще один досадный недостаток, к которому приводит использование балки, это нарушение в целом неплохой шумоизоляции кактуса. Двигатель, несмотря на то, что он дизельный, практически не слышен. Коробка работает относительно тихо, а вот подвеска и именно задняя ее часть слышна практически всегда. Независимо от того, переезжаете вы лежачего полицейского или наезжаете на какой-нибудь камушек. Что касается торможения, несмотря на использование передних дисковых тормозов скромного диаметра, а сзади бюджетных барабанных, автомобиль замедляется достаточно прогнозируемо и понятно. И в этом большая заслуга его низкого веса, который для различных комплектаций составляет чуть более тонны. В европейском тесте NCAP Citroen C4 Cactus получил 4 звезды из возможных 5. В первую очередь это связано с отсутствием активных систем безопасности и защиты пешеходов. И все же это очень неплохой показатель для бюджетного сегмента. Первое, чего касается человек, садясь за руль автомобиля, это, конечно же, кресло. Французские дизайнеры постарались сделать передние сиденья Citroën C4 Cactus максимально уютными, похожими на домашний диван, при этом сохранив выраженную боковую поддержку. Оригинальным решением является вот такой вот откидывающийся декоративный подлокотник. Минимализм предполагает практически полный уход от использования механических клавиш. Вместо этого использован 7-дюймовый сенсорный экран, на котором сосредоточены основные функции управления автомобилем. Классический рычаг управления коробкой передач также отсутствует. Вместо этого три простые лаконичные клавиши – Drive, Reverse и Neutral. И французы не были бы собой, если бы оставили классический рычаг управления стояночным тормозом. Поэтому снабдили C4 Cactus таким вот похожим на авиационный рычагом. Руль, как и все в кактусе, необычен и выполнен в стиле гоночных болидов, ведь скошена не только нижняя его часть, но и верхняя.
Что касается ходовых качеств, то Кактус лишь притворяется кроссовером. На самом деле это городской хэтчбэк с клиренсом 130 мм. Данный факт, тем не менее, не уберег тестовый автомобиль от поездок по полям и снегам. И все же главная задача кактуса – удивлять. Даже после нескольких лет продаж он все так же вызывает заинтересованные, восторженные или вовсе недоумевающие взгляды детишек, соседей по потоку и даже сотрудников полиции. Мы провели за рулем француза несколько дней, и в дальних поездках, и в повседневных делах, перевозили пассажиров и грузы, стояли в пробках и пробирались через поля и леса. Поэтому верим, что можем с уверенностью говорить о его достоинствах и недостатках. В целом у французов получился очень сбалансированный, приятный в ходу автомобиль. Явное достоинство – это высокая топливная экономичность, необычный внешний вид, неординарный салон. Что касается недостатков, то здесь можно отметить недостаточную плавность переключения передач однодискового робота, который требует привыкания, также шумную и не всегда комфортную работу задней подвески.